По-новому теперь звучит музыка в Валиковской школе искусств. Наряду с реконструкцией учреждений досуга идет и обновление инструментов. Сонатина Андреаса Штайера в исполнении ученицы 4 класса Ани Гордеевой теперь звучит нежнее и звонче. Фортепиано составляет достойную конкуренцию зарубежным аналогам. В классе оно стоит рядом с подуставшим за 53 года коллегой. Вот этот инструмент у нас старый, ему больше 50 лет. На нем играть трудно, потому что клавиатура у нас уже стала мягкая, маленькие пальчики его уже не могут обработать и полностью западают пальцы в клавиатуре. Но она настроенная и играет так, как может уже. Учиться, как позволяет талант, а не инструмент, теперь могут все 20 учеников по классу фортепиано. Но их количество, как полагают учителя, в скором времени может многократно вырасти. Ведь мальчишки и девчонки из школы по соседству прибегают сюда даже во время перемен между уроками. Оно звучит очень ярко, красиво, как концертный рояль. По сравнению с другими инструментами, он очень звонкий. Также на нем удобно играть, так как на него пальцы нажимаются легко. Русская народная янка, чувашская лирическая. Благодаря выпущенному в Санкт-Петербурге учебному пособию «Аккорд» юным исполнителям все по плечу. И участие в творческих конкурсах, как говорят сами дети, уже не кажется столь отдаленным делом. Мальвина Петрова, Павел Редков, Республика.